Реально. Так, надо Дискорд скинуть. Блять, ну чё с моим, блять, этим читмаром? Ебаный в рот, нахуй. Пропала Пиздец, планка, блять. Рогу взял в Алкасокет, так, блядь. Глючит. Пиздец. С 200-й тринкой, ну. Да, хочу. Понимаю, ну. А там нету теперь это, сейчас... Ты трогай, ёбарь! Че с Алкасокетом? Не, у меня человек... Мой, ёбарь. Фридар есть? Да, Фридара нет. Я, Фридар. Да, конечно. У вас тут пати по соседям просто, я к вам конечно, ну, перететь не надо. Бля, дискорд обновили, ты же хуй посмотришь, сколько людей. А чей это рога ёбарь, я смотрю, рога. Это Никитин Твин. Да ёбарь вообще пиздец. Никитин ёбарь. Нет, ёбарь мой, чар Никитин. Ладно, все тихо, короче, все тихо, хватит пиздец, рыбу ставлю, хавайте. Фласки масла выпивайте. Милики РДД, короче, все подряд, если вы тоже. Выносите метки две, будет вешаться влево, желательно. Если не успеваете, то можно и вправо. Максимально к стене. Там танчер 90 стоит, разворачиваешь. Обязательно выносите их как можно ближе к стене, чтобы половина лужи заходила в тексты, короче. Максимально диспелишь, пока она помогаешь. Ну, не, подожди, Вальмора, максимально диспелишь, когда он кастует на молнию с первой. Дебаф от этого нючих людей, по кому каст идет. Сокрушающего удара милики отходим, и на первобытном ужасе становитесь спиной к боссу, чтобы вас не чернуло во время каста, под конец. Все, вроде бы, больше тут ничего интересного нет. Будешь короче, слушайте. Да, фир по анонсу, ну и милизона по анонсу, метки сами смотрите. Лут поставь. Там надо сразу смотреть, чтобы отходить. Лужи выносите сначала в левую сторону, в стену. Если не успеваете, можете в правую. Главное, чтобы в центре не налили. Ой. Давайте, два босса давайте убить. Говорю, будет. Все, что отдаем? А, да, отдали, я тебе дал ассист, давай сам еще. Да, боком поверни, я тебе там метку поставила. Шо? Спиной, фир. Вы умрете. А, умер, милики отошли. Ясно. Метки вынесли. Спал. Прошу, блядь, поднимите, пожалуйста. Вы вообще что травите? Дай БР стал по холипам. Спиной стали фир. Вы блять. Так из Мелизона вынесите Бабимон. В Мелизоне уже. Милик это что? Где спал? Метки вынесите. Ну, ребята, как-то хитси, не знаю, спиной стали фир. Диспел. Или где-то еще. Это дитя урон. Фир, спиной стали метки там аккуратно. Вы умрете. Можно метку в метку выносить.
Когда их уже там взял, лучше не носить, понял бы. Диспел. Рейд подбить, поставь. Нет, чего не Милик отошел. Прокем. Кир, спиной ткань. Фогра. Ир, спиной ткань. Милик отошел. Диспел. Метки. Видите, с мужиком борды на земле. Фир, спиной встань. Милики пошли. Диспел. Я спиной спальню. Вы умрете. Милики отошли. Дайте Инор. Диспел. Ебало ты могло дать, они... Бля, клуб. Лут поставишь, может, брать? Я поставил. Ой, ну... Ей, кстати, на растерзать кого-то упало. О, на Энхо упало, лол. Или чё это, да? А Риденха нету, да? О, смотри, этот... Войд, ебать. О! Это Войду. На Фирала упало. Закинь на Войда вот этот, нахуй, пояс. Ебать. Какой уже пояс? Нет. Какой пояс? Там кот есть вообще. Да. Там чарка на медведя. А вот чарка на медведя. Это на медведя, это на медведя. Катере можете не давать. Тихо, тихо. Закинь кому-то себе и пошли дальше. Блядь. Я себе взял. Чувава, нихуя ты счастливый, ебать. Нихуя я радостный, сука. Кто я счастливый, блин. Ну, в смысле, я счастливый. Ну, в смысле, нихуя себе. А что, чувак в рейде разве? Не знаю. Ну, у него... На моем... У тебя такая же, только на чем? На плечах или на руках? Ну, вспомните слова Рида. Там единственная шмотка одна. Плечи падают. Вот, ноги выпали. Начал он на энке. Блять, я сейчас буду РБК танчить, сука. Отвечаю, блядь. Ебать, у тебя счастье, пиздец, РБК танчить. Я в эту помойку, блядь, зайти даже не могу. Линканите, пожалуйста, название, как кидается дебаф. Называется дебаф, когда бублик. Сейчас скажу. Когда заходить бублик или что? Не-не, дебаф, когда ты будешь ставить бублик, чтобы выбирать с этим дебаф. Древнее проклятие. Древнее проклятие. Ну, я думаю, должны успеть, если сейчас нормально все. Этот, Анаксимен. На первую хуйню забери ауру на тьму, броник забери. Слово проклятие распал. С большой буквы пишется или с маленькой в названии? Без разницы, там похуй. Короче, Анаксимен. Блять, броник, отдай ауру тьму, блять. Освободи, блять. Бля, колют. Защиту темной магии. Все, этот, Анаксимен. Да, ребята, ёб твою мать, дайте, пожалуйста, сказать, нахуй, заебали. Анаксимен, забери тьму, и когда скажу, нажмешь сокруема. Понял?
Все, броник, потом заберешь ауру на тьму, после того, как он сдашь. И когда скажу, тоже нажмешь ама по команде. По сейвам у нас получается сакра и сбаунд, все, хуёво. Владыка ужаса на второе дыхание дашь кем на хп. Ну, ладно, я скажу, короче. Остальное слушайте по сейвам. Мелизония сам, если что, бабулька засрала. Дайте толчок по дроидам, вместо креста. Короче, смотрите, тех тут первый раз. На дыхание мрака, там, если есть какой-то сейф свой, там, допустим, там, дубовая кожа, ложный выпад, уроги, там, и прочая хуйня, и т.д. и т.п. щиток, там, и т.д. и т.п. Нажимайте на, когда он будет так вертеться, увидите. Потом появляется такая, типа, фиолетовая зона. С этой фиолетовой зоны просто выходите. Выходите в пространство такое, которое конкретно вот сейчас на полу, пустое, где нету фиолетовой хуйни будет. Тупо мне наносило урон лишний. В мелизоне я позакрываю, в РДД смотри, Андрей там, или Кана, смотрите, кто-нибудь позакрывайте, короче. Или, хотя не, он пека, блядь, пить нахуй, оденешь, там будешь закрывать. Ну, если что, я постарфую. Так, что еще? А, и будут появляться такие, короче, фиолетовые пончики, те, просранчики, не знаю, как там, блядь, как кому удобнее. Выходите просто с них. Когда озвучу, под конец коста нужно будет забежать. Когда вы находитесь в этом пончике, на вас висит этот, блядь, дебаф немоты. Заходить только под конец коста. Если не успеваете зайти, то, пизда, умрете сразу. Все, главное, слупите. Арчина плыма. Нельзя уходить, если над тобой сфера висит. Это оно началось? Это я уже назначил людей, к тому. Да, я далеко поехал. Я водород уже потерял. Блин, все ШВД мимо, ёбаный рот. Бей мана тьму. И сакру давай. В мелизону подожди. Прохил. Прохил. Блин, броник уронили. Ой, дай БР по броне. Забери броник тьму сразу. Тьму забери. А ты на карте, я на тьме. Жми и мана тьму, броник. Прохил. Бубли, смотрите, перекрывайтесь. Геру давайте, а, ноль вижу. Так, сейчас будет эта хуйня. Мы подошли ближе к мелизоне. Уже уходим. Бублик в мелизоне аккуратно. Выйдите с него. Отведи чуть босса, если сможешь. Да, есть баунд. Есть баунд, есть баунд, быстрее. Прохил. Блять! Что-то я проебался, пускай там нахуй. Может, добьем? Ладно, бейте, может, что-то бьете, бейте, бейте. Сука, с этим FPS-ом ебаным вообще невозможно играть. Выйдите с этой хуйни. Сейвы свои, жмите максимально, сейвы. Не, там уже будет падать. Не, не добьете падать. Сука, я проебался кастомно. Ну, фало, давай. Ебашь. Блять, что у меня жопа подгинается этого FPS, конечно, это пиздец просто. Надо бы хоть оно не хорошо, вот ты мне объясни, из-за чего идет потеря такая FPS, к примеру. Ну, я не чувствую потери. У меня комп довольно-таки слабый.
Я не знаю, от чего она идет. Ну, от эффектов, от всякой хуйни. Ну, типа, если я говорю, у меня потери Zero... нету, но у меня слабый комп. У вас, по твоим рассказам, комп на порядок сильнее, но у вас идет потери. Не знаю, не знаю. Хотя, я, может, ты на минималку еще попробуй сейчас поставить, будем знать. Коплась на счастье оставлю, блядь. Может, поможет. Хотя тоже на минималках максимально играть, это пиздец. Пуляем еще раз. Да, конечно. Есть же сука-нибудь, поставьте. Давайте быстрее бегите, рыбу хавайте. Успеем. Вот минут. 5 минут. Больше, чем нужно. Еще и собаку успеем. На собаке, блядь, будем сидеть вайп. Да, это босс посложнее собаки. Да, ну нахуй. Как показывает практика, блядь, собака намного сложнее. Эти конфликты ебаные хуярят, люди, блядь, признак не отходят, пиздец. Дайте часа кто-нибудь, или там этого, блядь. 30 секунд, когда. Все видно. Спасибо. Дайте куба быстрее, блядь. Анаксимен, забери тьму. Пау, который ретрик, забери Касталу. Адель. Адель. О. Давай, чёрт. Five, four, three, two, one. Нахуй этого гриппа, все надо. Было понять, что он и стоит. Давай, Эмма. И жми Масоку. Мелизону подходите ближе. Или выйдите просто этой кони. Сейчас милики выходим. Милики вышли, тут босс быстрее. Все, зашли дальше. Да. Забери ей паунтму, который Редрик бронит. Нажимай, Эмма. Прохил, прохил, рейд. Прохил, блядь. Краус, дай БР, почему нет? Эйфрейм. Где рыбаны уберешь? Область, смотрите, сейчас уходим. Пиздец, ну и ебал я в рот эти лаги. Ну почему под боссом прям открывается лужа? Чё за хуйня? Увиди босса. Да, дай, дай избаунд, избаунд, дай, избаунд, дай. Отведи немножко босса, если сможешь. Или выйдите с пончика, это въебану. Бейте. Бейте, бейте. Сейчас готовьте заходить в печеньку. Зашли, 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 зашли быстрее. Да кое зашли, блядь, пончики там где были. Тройная печь, это... Фрике. В центре пончик. Не знаю. Это у меня сейчас FPS до 4 нахуй упало. Это пиздец просто полный. Может, все пончики вынесли в одну сторону, а под боссом, что был пончик, в которого зашли, и там он тройной. Ну, один, скорее всего, мой, наверное. Но я не мог его вынести. Даже не тройной. Может, блядь, там 4 пончика лежит, висит. Че, впадло, что ли, на миле лево-право отойти? В чем проблема, нахуй? Так они не смотрят там, нахуй, что есть на этих. Ребят, все тихо, 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 падайте быстрее. Падайте, еще один кул успеем сделать. Сейчас все умерли не из-за того, что зашли в этот кончик, а в основном умерли РДТшники, которые не успели забежать в кончик, который был в ебенях просто. Не, уже не успеем, походу. 4 минуты. Не, не успеем. Не знаю, идите, просто как... теневой колодец зачекал, потому что их там несколько штук. Пожалуйста, вот люди, у которых особенно гильда, на обращение гильдейское, не пугал. Вот сейчас будет ребутик. Пока ребутик, зайдите в Дискорд, скачайте ебучий ДБМ нахуй, чтобы он у вас работал. Я вас умоляю. Тех, у кого не работает здесь.
Я тебе говорю, это, ну, я не знаю, как его остановить, типа, но у меня сейчас вообще конкретно трэш лиман. По местах же патч на, ну, убрать вот эти лишние. А патч? Успеем или ждем? А куда патч надо ставить? Там же все расписано. 4 минуты еще лут забрать, если посмотрим. Убьем. Не, не надо. Ну, идем АФК, что после лута дальше возьмемся. Там все вообще наглядно, со скринами сделано. Специально для вас, ребята. А в каком канале в Дисе? Полезные аддоны. Это показывает для тех людей, которые скачают. Там будут таймеры, сбитые на босса. Нужно каждых боссов, ну я просто всех, я не выбирал, я просто всех боссов сбрасывал, там загружаешь настройки на инст, и, ну, думаю, это тогда бы я пользовался видео. И сбрасываешь Бондра, просто там настройки, и все будет заебись. Там Бондра, там целка хрм есть или нету? Там все есть. Слушай, Кирилл, ты тут? Лежу только с таймерами проблемы, нужно посбрасывать эти настройки вручную. Слышь, Кирилл, ну что, это чудовище допиздит, и потом скажешь. Все. А что, ты мне скидываешь триксы? Я тебе просто скидываю. Да. А, ну все, красавчик. Там, кстати, вот этот дебаф ебучий, вот эти пончики ебучие, они появляются в дебаф, типа, если кто-то не видит. И уже, типа, второй пол пошуманить. Уже просто, блядь, в миле 4 нахуй лежит. Это пиздец. Вот типа понимаешь, у меня я бью нормально, нахуй, потом вообще нахуй. До 4 FPS панит. Это пиздец просто. Знаешь, нереально играть. Бучий. Ну я не знаю, у меня типа был прирост. Типа. Да блять, просто понимаешь, ну не было никогда такого. У меня, ну, типа. Я вспоминаю, ну, типа, тоже X2, ту же Джайна условно, да, типа, где дохуя всяких эффектов и прочее. Ну, у меня там FPS, ну, в районе 50-60 держался. Ну, блядь, ну, тут новая залупа же добавили. Бесы, призраки, залупу, блядь. Хуй в попку. Всякое такое, конечно. Не, патч реально помогает. Ну, не прям сказать, что там, блядь, в два раза увеличивать, нет. Ну, FPS 10-15, думаю, сделает. И можешь еще на лоу настройки тоже въебать. Ну, я тоже на лоу настройках. У меня только... я тебе говорю, ёбаный ты индеец. Ну, сейчас после ТТГ... Плотность травы там можно повыкручивать, видимость. Да какой нахуй хай настройки, блядь? Я уже сделал, ну, почти все до минимума, блядь. Все равно нихуя, я так понял. А вот эти отражения, вот... блики, эффекты свечения. Нет, все я только плотность частиц оставил, остальное там плюс-минус. Выруби все нахуй. Оставь только текстуры персонажей и плотность частиц. И патч поставь, он там секунду ставится. И блядь. Еще детализацию ландшафта на вот один пункт, типа, смести вправо, типа. Ну. Потому что если выкрутишь детализацию ландшафта в минус, то у тебя некоторые текстурки, которые реально есть, не будут отображаться. Будешь врезаться просто в невидимую хуйню. А что, кстати, помогает? Ну, типа, у меня, например, на ребре ебучем, у меня там все ребит, знаешь, как в теле какой-то уебанский. В плане, объясни. Ну, нет, типа, текстурки, ребят. Это никак не поможет. Это связано с HD-текстурками, скорее всего, сервера. Ну, типа... Это у них. У меня там просто самое. Весь пол нахуй ребит, блядь, стены все ребят, блядь. Пиздец, картинка, нахуй. Это было после обновления примерно, я не знаю, ну очень давно. Это еще я на X2 играл, это как у меня началась. Типа до сих пор. А запись надо, чтобы не было галочки, да, или как? Была. А наоборот, была. Да. Бля, если ну, там ебаная обнова, нахуй. Есть, видишь, она ж на картинке. Алло, есть, прием, да. Нахуй. Там обнова. На гроле я двух танчишь, там тоже по КД пропает, хуйня это. У меня еще поезд там какой-то 45-й, блядь. Ну, нихуя себе, я зашел, как приятно, блядь. Знаете, что это за обнова? Это кто-то наныл по поводу Нарегорда, типа, что World Boss, там PvP, все дела, вот наныли, чтобы PvP практически отключалось. Наносимый вами урон снижается на 6,6%, если цели вашей атаки является игрок. Вообще-то это обнова была еще утром. Нихуя себе, нахуй. Мне нравится этот хуйня. До 230 FPS поднимается, нахуй. По поводу Нарегорда, там 66 вроде процентов.
Ну, долбоёба будет. Вопрос, стойте, вопрос по поводу этого патча. Вот я его поставил, но у меня лужа эретрика все равно вижу, допустим. Ну, может, не такая она там выраженная, да? А у вас вообще не видно ее, что ли, или что? Кто ставил-то? Кого что? Ну, лужу, вот, блядь, там, ретрик, ДК разольет. Ой, блядь, Адель, ты тут вообще слышишь меня? Ты в Дискорде сейчас тут? Угу. Если в 25-ках, да, ну, типа, в первом стабильный, который мы во второй, ну, первую 25-ку ТТГ ходим, это можно сделать. Во второй я не вижу смысла, который этому с пугами собирается. Смотри, ну, а что сейчас вот за хуйня, например, тот же Барбарос ходил в прошлом ТТГ, забрал запы, которым нужно было почти всем кастерам, халявно, а сейчас, типа, мы будем по 10 КДП за них и драться? Не, ну, блядь, в первом я могу это, скажем так, сделать, осуществить, во втором, типа, я не вижу в этом смысла, это бред, блядь. Типа, тот же ТТГ, например, мне сейчас ждать просто ЕП и надеяться на чарки, потому что это явно больше прироста, чем вот это... Целка там шмотка. А чё, чё за проблема? Не брать шмот и ждать ТТГ? Вы же консул. Вы же консул хотели. Хотели, но почему-то ЕП вернули. Да там на тем много было. Ну давайте, хуй с ним. В первом ТТГ я озвучу это то, что будем отдавать конкретно по консу. Ну, который стабильно ходит, который ходит из основных ребят. А во втором там пускай будет по ЕП, как и хотели. Те люди, которые, соответственно, пускай они туда уходят. Это как-то в ПМ решилось все? Чего? Ну, типа, я не видела, чтобы хоть кто-то просил за ЕП. Это в ПМ все, типа, ныли сидели? Бля, ну... Даже голосовали тогда. Понимаешь, есть такая штука, называется Discord LS, блядь, и в игре LS. Но. Я иногда так хочется добавить... Ладно, я промолчу, пожалуйста. Сейчас лишнего. Вы не являетесь членом группы, находясь под землей, или вы перенесетесь в ближайшее? Да, надо репати делать. Сейчас, подождите. Без одного вы заходите, если что, можете просто через ран зайти. А, не надо репати делать, просто выкинет санста и зайти? Нет. Ну, выкидывает все равно. Правило. Сейчас чек. Давай. Так это нужно, чтобы вы все выше, мне кажется. Я вышел. А, все, Рейла перекидываешь, и все нормально. А, ну да. Бля, сейчас все настройки заново. Как еще раз это называется заклинание? Древнее проклятие? Проклятие, да. Да. Левичка пишет, что у него долго качается. Скажи, что сказали, зайти через ран, ничего не качать. Ее, возможно, выкидывать будет, если не будет что качать. Пусть она телефон, я не знаю, выйдет. Левичка, закрой лаунчер, открой его снова. Выйди из него, не знаю. Это помогает реально, это не рофл. Только через диспетчер. Хуй знает, у меня, кстати, с этим... Через диспетчер задачу. Игру, типа, у него в трее, как бы, диспетчера будет отображаться Сирус лаунчер. Нужно там закрыть тоже. Нет, там в панели задач. Да, в панели задач просто выйти, нажимаешь все. Правым кнопкой и выйти. Какой нахуй диспетчер, знаешь? Ебанулись хакеры. А в диспетчере задач Сирус у тебя там по 10 раз выскакивает. Это когда ты часто входишь и выходишь из игры. И оно у тебя ебать как жрет проц. Да ну нахуй. Серьезно, там по 5 вирусов. Так, кто у нас остался? Вальмора, Протопауэр, Беба, Бронники, Владыка Улус. Поэтому они советуют лаунчер всегда выключать, когда вы в игру уже зашли, между прочим. Так и сделаем. Может, лаги прекратят? Из-за чего советуют? Что происходит? Просто выключайте лаунчер после того, как вы уже законнектились и играете. Без лаунчера можно выйти. Желательно выйти. Ну, а для чего? Что произойдет, если не выйти? Ну, просто... Прот жрет. Ну да, жрет прот. Причем охуительно жрет. А. Я жру, это у них даже есть совет в каком-то гайде. Ну, типа, у них на форуме. Я не так наобум сказал, просто процитировал. У меня... В ДБ мне так и делать.
Осталось чувак. Так, ну что там? Бальмора, Беба, Броник. Что осталось? Тебе осталось сову собрать, а мне кота. У него есть сова. У него даже ордур есть. Ты просто не знаешь. Ну у меня шмот лежит, блядь. И у меня уже фул печеньки, 4 штуки не активированы. Я думаю, кого, сову или ордру все-таки, а? По сову, нахуй. Ну, шмот, шмот не весь, а типа там запы есть, кольцо одно есть. Ну и могу скары взять, кольцо второе. Типа. Ну что-то такое. Триник нету двух. Ну, могу там 5 сундучков, допустим, открыть за 50 жетонов. 2 открой. Бебочка, ты Резран... где? А он в Альмара зашел. Думаешь, с одного кондёр со второго труба сразу упадут? Ну, а как? Да, я тебе остался броник. Я тоже думал, я хочу. Смотрю я на эту сову и думаю, блядь. Смотрю я на эрдру, тоже думаю. Хуй его знает. У меня уже все готово. Только я в раздумье еще. Не знаешь, что один босс мертв? Нет. Ну, боже. Да не, сам ретрик просто. Что понял. Ну, чтоб шипе тогда кто-нибудь взрывом разумом был хотя бы. Хоть один. Чтоб бафи сел. Так мы и так нажимаем взрыв разума. Ну ладно, тогда похуй. Да не успеет по мане сесть. Вары потрещите на АП тогда и разбафаешь им каски. Рыба стоит, держится. Ни к чему не кричит. Ладно, похуй, не очки прыгнем. Ну, а серфи на клубах несу. Сейчас проверим, блядь. Будет лонгет или нет. Ну или хотя бы, блядь, не так сильно в кэш пацаны. Адель. Все, давай, чекай. Не пуляем вообще в центр, пускай он там стоит. Пытаешься, ну, на первом нажмешь на тьму и сокру. Потом просто ауру на карту пускай. Нажимаем ману тьму и сокру. Прохил. Милики вышли. Все, вышли. Перебафните шаману. Но он уже, на уже не кидалось то. Прохил.
меткая на танке. На рейсбаунд. Мельки вышли. Зашли. Блять, бублик. Ходите с бубликов, не стройте прохил. Идем на ХП, дай. Вот это. Я давал то, что мне на втором году. Блять, пизда. Ладно, бейте. Прохиливайте. Послабляли крыльски. Вышли. Мелики. Зашли. Левичку прохил. Прохил сейвы сожмите. Свои сейвы все личные. Не мажьте. Не убивайте нами. Готовимся, погружение обратно. Зашли. Не добили. Кухня на танках. Ого, на ретрика, смотри. Двойная атака, ебать. Ну, неплохая, да. Такая вздрочь. Ретрика нет. Такая вздрочь вообще. В смысле на ретрика нет? Подожди, подождите, тихо. У меня вопрос. А вот, допустим, есть такая же чарка на этот... На пояс двойная атака. Да. И вот на плечо. Оно не стакается, интересно? Нет. Не стакается, ладно, понял. Тогда не прикольно. Если бы стакалось, было вообще жестко. Да, раз. Хуета выпало, честно говоря. Вообще какая-то хуета. Ни одной чарки просто. Нахила. Запах. Хуета. Да я западный хила прикольный, кстати. Хуета. Ноги на эрдру, получается? Получается. Да, по шмотке на ШП даже не упали. На всякий случай надо контракты делать, да? Может там 500 значков будет реролл стоить раз в неделю. Не, думаю, будет если раз в неделю, то и сумма будет примерно близкая к тому, сколько ты можешь выходить в неделю. Да, блядь, что это точно. Так, ладно. Умираем. Ну, за голд, наверное, вряд ли. За ОДФ можно было. Или за один саранит. Ебать, подорожал. Так, Вальмора. Короче, первое, второе пати плюс краусфан и протопошер. А, что делать? Протопошер, блядь. Вы по левой стороне, со стороны печеньки. Первая пати, вы, короче, бьете босса, второе пати ждете, отдыхаете, пока кто-то умрет, потом дальше что меняете, это милишники. Изначально бьете босса все. Потом буквально через секунд 10 отходите. Сколько раньше? Нет, 15, 10? Метки попробуем пока что просто, никуда не сносим. Просто, блядь, выносите их нахуй с рейда и умираете. Если есть чем подсейвиться, то сейвитесь. Не будем. Пока что так попробуем. Рейндж десятку, да. Смотри, левичка. Агриш босса получается вот сюда вот, где я сейчас прыгаю. Сюда в крест. В стену вот сюда лужу вывозишь там, да. Потом... Потихоньку потом эти лужи, идешь в ту сторону. Там под ногами увидишь. Первые лужи можешь стоять, там ничего страшного, когда уже стаки накапливаются, будет больно. Ну, я тебе там, если что скажу, будешь вести просто. Так, остальные РДД, которых не назвал, становитесь со стороны трусов. И в шахматном порядке раньше набираете и стоите, просто не двигаетесь. Если на вас метка, вы носите в стену. Ну, там такая. Стойте, главное, держите раньше. Ничего, отходить, двигаться не надо. Это на вас зеленый дебаф будет. Так, дальше. Милики, мы постоянно в движении, прыгаем, у нас будет такой фиолетовый дебаф. Если вы будете стоять, у вас будет, короче, станет.
Смотрите, первая пачка, вы начинаете с креста бить, а вот эта вторая пачка плюс хилы, вы там чуть дальше стоите за печенькой. Опять же, в рейнже друг друга тоже в шахматном порядке постоянно двигаетесь. Какая метка надо вынести в стенку? Зеленая, синяя, как называется? Там увидишь, она на тебя кидается, такой, блядь, стрелочка над головой. Да? Она либо зеленая, либо фиолетовая. Эмилия на фиолетовую, в РДД зеленая. Канон, ты стоишь? Я тут второй говорю? Раз. Что мне делать? Скажи. Я же тебе сказал. Ладно. Короче, пусть с ним. Владыка ужаса. Тут вроде был. Иди в РДД зону, канонку босса не сняли. Иди сюда в мили зону, Владыка ужаса. Владыка ужаса, короче, стоишь, просто тут прыгаешь все время и держишь рейндж. И там чуть-чуть там подбиваешь боссу по возможности. Главное, дот там ешь. Каз дал, прыгнул там и так далее. Самое главное, потом, когда поезда будут как он там называется, обстрел какой-то там хуйни. Шквальный? Шквальный обстрел, да. Увидите, короче, зеленый и фиолетовый луч. Выходите из зеленого луча и фиолетового, блядь. Это важно, блядь. Влево-вправо, нахуй. Сначала там вправо, блядь, потом влево отошли. Вышли с этих лучей, чтобы никто не лутал, чтобы не было конфликта, и мы не вайпались. То давайте пробовать, потому что это бесполезно бить, знаете, раз тусовать. Там джип стоял недавно. А кто тебе не хватает? Все, давай, чемпионат. Блять, а чего вы подходите, ёперные? Не стойте, стойте, не подходите, блять, потому что сейчас налутаете этой хуйни РДД нахуй. Не нужно. Дебаф, блять, и смотрите, на ком зелёный... Этот, фиолетовый дебаф мелизон, на ком зелёный в РДД зону. Чтоб не было хуйни. Рассосите. Всё, второе пати съебало. Ещё Герус отдали. КБ, блять. Так, лужа сейчас будет. Лужа, милик. Тучку надо. Максимен, сейчас на этом обстреле нажмешь бабл на сетку. Там будет лужа и поезда сразу. Обстрел. Выходим с лужи, бабл мы с кражами. Вышли с фиолет... Блядь. Мы бьём нормально. Как побьём? Вот это один. Воющий... Когда каст кастует, он воющий тени, стопайте каст. Он кастует быстро. Это вы должны сами смотреть на босса. Он кастует одну секунду. Куда отойти, я не достаю. Военного лужа вынести, ребят. Или тут. Сейчас будет все лужа. 5 секунд примерно. Да пиздец. Отходи, босс, потихоньку. Там еще. Еще чуть. Еще чуть-чуть, дай назад. Блять, я тебя лужу. Минус 2, понял. Убил рейс держит, ребят. Тот пейлок умер. Поезда. Я не буду. Отходим. 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 Бьем пока. Холипау, не иди к зеленой. Смотрите пока, что да, происходит. Милики лужи. Вы умрете. Че за пиво, нах?
Да это хапал, блядь. Хапал, а нахрена ты зеленую гоняешь? Он в РДД зону прибежал. Уйди с РДД зоны. На ком зеленый, блядь, в танк уровне? На ком зеленый дебаф? Вы не старайтесь, блядь, не бегать. Я нет, ты не понял, он просто побежал в РДД зону и хапал. Он противоположный урон ловил и конфликт по КД был. Я блядь, еще раз говорю, закройте ебало, пожалуйста. Перед началом полубосса на вас кидается дебаф. Либо зеленый, блядь, либо фиолетовый. Зеленый со стороны трусов, блядь. Со стороны печеньки должны быть с фиолетовым дебафом. Зеленым дебафом вы совершаете минимальное количество движений. Если вы совершаете много движений, вы получаете стан. Если вы с фиолетовым, по-другому все. Если вы, блядь, стоите на месте, то вы постоянно, блядь, будете получать ебаный стан. Вы изначально в РДД-зоне становитесь просто в ебаном шахматном порядке и стоите да. Просто, блядь, АФК нахуй. Бьете босса, либо хилите. Все, вам ничего больше делать не надо. Набирайте ебаный рейндж 10 и все. Да, вы босса крутите влево-вправо, но постоянно передвигаться приходится, чтобы ты не удастся. Ну, передвигайтесь все, если вы видите. Ну, так особенно передвигайтесь все, в чем проблема? Чародейница. Тя, а что ты там прижимаешься? Кавакозябр и воет. Это тройка по центру просто. Лужи. Я еще скажу, что не так. Что там по три лужи у вас не спавнилось в точке. Спавнилось. Ну вот. С места не двигалось. Обратить внимание на позиционку свою. Хуевая позиционка. Теперь обратите, если нормально все сделать. Мы, босс, смотри, мы стояли сначала так, чтобы мы стояли в ранже 10, мы доставали до собаки, потом вы собаку перевели. Ну так, блядь, потому что мы не можем месте. В одном месте. Шаман можно? Остался на месте, можно, мы когда передвигаемся, я не могу так найти, чтобы я ни я, одного не достал. Я знаю, никого. Андрей, я не хочу это делать, потому что это лишняя суета будет, и умирать по 4 человека. Нам хватит и так. Нам хватит ДПС и так, нахуй, поэтому метки просто, блядь, выносите, и пускай они дохнут, нахуй, пизду. Это про метки, да, я говорю про раньше, вот когда боссы передвигают, если надо подвинуться чувакам сзади. Чуваки, которые впереди стоят, им тоже можно чуть-чуть подвинуться, чтобы все нормально стояли. Называется командная работа, если что. Нихуя. Зеленым дебафом, еще раз повторяю, не бегайте, вы должны стоять. Блять, минимальное, блять, движение создавать. Чем больше вы двигаетесь, вам въебет стан. Потом будет конфликт, нахуй. На поездах, если вы, блять, будете в стане. Утонете лучи и пизда, нахуй, ебанете по всему рейду. Короче, а с фиолетовым, наоборот, все время прыгаете. Меня не слышно было, я написал в гильчат, и, короче, скажу, это Холи Пау у нас был в мини-зоне, и поэтому на танка кинуло зеленое, на него фиолетовое. Как-то сориентировались, но Холи Пау просто побежал в РДД-зону зачем-то. Да этот, ладно, еще раз повторяю, дебаф отображается там, где ваша вот эта вот випка, принадлежность РД, премиум и так далее. Увидите, если зеленый, с зеленым дебафом, блядь, вы стоите около трусов. С той стороны. Фиолетовым вы стоите около креста печеньки. Все, надеюсь, с этим разобрались, к этому возвращаться не будем. Вообще на баф. Адель. Крик на АП. Ой, блядь, ну на АП вара. У нас нет кулака. Все, давай, отчет, Адель, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. И стол нажми. Все, второй апатий. Уебан забитым. От босса. Фиолетовый, уйди от зеленых. Сейчас лужа будет, пятичка. Примерно. Лужа мили. Шаман, на тебе фиолетовый, уйди. Блин. Морон, тебя там точно не заденет? Черт, поезда, Морон. Поезда. Вышел, в случае.
Лужа Эрдоля. Ты... Блять. Держите ебаный раньше Эрдоля. Блять, метка. Сука. Подложным опытом прожил, красава. Блять, милики. Я сейчас по низам буду. Лужа РДД. Чё, держите раньше, нормально все будет. Поезда опять спа. Метка ДС. Не знаю, подходим. Агро, вот ты стал, на какой на тебе дебаф сейчас, блять? Обрати внимание, пожалуйста. Мили лузы. Вы умрете. Конфликт. Левичку, левичку. Левичку не уроните. Умрете. Конфликт, ебаный. Ну кто там хуярит? Ну, блять, ребята, не резайтесь, уебок, блять, ну фуагра, блять. Вот тебя просили вставать или что? Левичка, фуагра, блядь. Хумалис, блядь. Вы... Нахуя ты встаешь? Ты когда встаешь, на тебе меняется дебаф. Может поменяться. Блядь, зеленого нахуй на фиолетовый, блядь. Вот на тебе сейчас он фиолетовый повесился. И ты захуярил весь рейд, блядь. Там же механика, точнее, например, ну, если миликов больше лежит, то на нем 100% будет фиолетовый, так как зеленых меток больше. Это вот если вы умираете, вы не встаете нахуй. Тем более, если вы не понимаете, что вообще здесь происходит. На тебе повесился, еще раз говорю, блядь, фиолетовый ебаный дебаф. После того, как ты встал. Вы им там объясните, что конфликт... На тебе был зеленый, но когда ты умер и когда ты встал, блядь, на тебе повесился фиолетовый. Это может быть так же из-за того случится, что ну вот если меток не хватает, их же равное количество должно быть. Что если ты подойдешь достаточно близко, у тебя метка поменяется. Из-за того, что фиолетовых меток условно меньше, чем зеленых. Значит, за этим тоже надо следить. Такое может произойти. Если вы сдохли, все, стоите АФК, если вы не понимаете, что, блядь, с каким дебафом нужно отойти по-быстрому, чтобы не захуярить весь рейд. Умерли, все, блядь, лежите, ждете нахуй. Убьем босса, значит убьем, не убьем, значит не убьем. Все, блин. Мы еще час будем драть, да, примерно? Дайте лапку. И давайте быстрее, ну, чтобы мы не фкашили там после пула, блядь, по часу. Вот Адель, например. Джинс вон стоит у рыбы. Кстати, беба, метка подложенным выпадом, ну, проживается там, остается понты хп, даже пишел, да. Мне что-то осталось в районе 4000 хп. Просто примерно когда... А вот эти фонтаны секунд... ебаные там никак, да, не достаются? Какие фонтаны? Ну, тоже, тоже ложный выпад. Можно выпить. Мне сейчас, подложным... И кош тоже, блядь, сейвит от этой хуйни. Можно, ну, потому что ты получил, ну, блядь, три фонтана, да? Ну, да, да, да. Будем тратить или что? Да, так, сука, непривычно. Конечно. На милике нахуй, на этой псине ебаной. 25-ки, пиздец вообще. Крац. Давай, счет.
Да тут дохуя народу появилось. 5, 4, 3, 2, 1. Гонов много. Вообще все проблемы. Ну твои дебафы, че что тут делать? Бля, ну ребят, вы как тут пиздец стоите. Можете на максимальный рейндж опоры, чтобы на сокрушающем ударе не отходить от него? Ну, стоит. Да там местоположение кто-то поменял. Войд, по-моему. Да Войд стоит, как на свет толстый свой. Мы вторая пати ушли, первая. Кто там должен бегать? Вторая пати убежала без стрельни. Сейчас лужа будет. Мили. Должен ее подменить. Нормально будет. Вторая вот не нажал, никто не убежал. С ним каст скикнул. Какое заклинание сбивает каст? Воющий ветер, типа такого, как-то так. Бля. Повезло. Блять, ну это хуйня, конечно, полная. Левичку прокинул. Ой, вот все, ясно, короче. Убери нахуй этого холипала, я тебя умоляю. Здесь куртан вообще стоит. Да, он поел на поездок не такой и не заебашь пока. Милики. Ладно, пока бьем, что есть шанчики, если нормально, блин, будет какой-то перебор. Вот, блин, не протел. Салют, выбегай. Поезда. Отошли быстрее, отлучай. Нихуя с этим лвы не вижу. Я говорил, параша. Великий лужа. Левичку прокил, левичку поднимите, пожалуйста. Вы умрете. Двигайтесь, раньше держите. Прямо. Че, переоденься, подойди вперед. А, Друид, отойди чуть дальше, пожалуйста. У меня конфликт заходит. Сделай нам лужу литву. У меня тоже, я лужу литву. Друид, фулл прожимы. Красофан. Просил, 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 просил. Просил, только зябра просил еще. Хотя. Опять хуярится нахуй. Милики, аккуратно лужа. Поезда отошли. Не пизда, у меня дисплей. Точка. Я тратил, там луж много было. Я... Пришло туда застрелиться. Я тоже мана кончается. Точку левичка, готовься. Не мана кончается, а никс. Избан, дай левичка. Левичка, дай избан. Тихо, блядь. У нас хилики у меня, по-моему. Не полипал остал. Левичка, у меня. Я дохуя на меня.
Там кто-то по КД не понимает, нахуй, как ловится конфликт. Блядь, да, я сейчас покажу, нахуй. Где, блядь, стоит хэпал и где так там... Блядь, я уже стоит. Третий трай говорю, что холипал нас уронит. Холипал и еще блядь, друид. Стоит, нахуй, за этими, блядь. Они не понимают, как ловится конфликт. И что такое конфликт. Как он дамажит по всему рейду. Они не понимают, им похуй. Ну, либо им не рассказали. В Некроманс нужно им похуй. На столага. Что такое конфликт в двух словах? Когда ты словил зеленую метку, если ты получаешь фиолетовый урон, то ты получаешь дебаф на 5 секунд. Он каждую секунду бьет по 5000 по всему рейду. Если ты сдыхаешь, то уже не бьет. А если не сдыхаешь, тебя прохилят, ты шотаешь весь рейд, ложишь нахуй. 25 тысяч урона по всему рейду, это никто не прохилит. Эту хуйню ловят по 2, по 3 человека, и все падают. Если ты словил фиолетовую метку и подошел к зеленой луже, или к человеку, от которого ОЕ зеленая идет, и словил та же самая хуйня. Конфликт стихии, 5 секунд дебаф. Вы эту хуйню по КД ловите. Холипал, Хуман Лес, и Фуагра, и еще кто-то, блядь, ловил. Вот, вы либо это не знаете, нахуй. А вон Стирвей, у него есть КД спросить? О, у нас краски Ардру хочет в Толгород. Monster Way пишет. Или кто это? Да, это Ардру. А он Око Буря. Блять, короче, Анаксимен. Ладно, я тебе сейчас, блять, упрощу задачу, но не подходите к нему, держите от него рейндж. Пускай он стоит. Него вот, стой, вот стой в ебаных трусах просто. Стой в ебаных трусах до Таталова нахуй. Просто стой, блядь, и хиль. Когда, блядь, поезда, я говорю, вот эти фиолетовые и зеленые лучи, влево-вправо отошел и обратно вернулся, стоишь в трусах до Таталова. Все, блядь, больше ничего не сделай. И хиль просто танк. Метка зеленая тебя кинулась, отошел к стенке, бабл нажал, назад вернулся. Все. Похуй, пускай просто стоит на одном месте. Хотя бы ну, так. Блядь, он лужу там разольет, ебать. А метка пускай разливает сколько? Нахуй, в пизду. Зато конфликта не будет. Можете подсказать, метка каждые сколько секунд вешается? Хуй его знает. В районе, сказать, по-моему, 40 будет. Секунд. Могу как пускать. Лужи каждые 30 секунд. А метка вроде 50 или 45, что-то я считал. После, блядь, метки надо сразу тучку взять. Дай бог откатится. Ну, блядь, мана садится. Стерва, ты тут? Стерва. Стерва, блядь. Дайте лапу. Мохнатая.